Всем здравствуйте, меня зовут Оксана, я тренер сети Goals Fitness. Сейчас у нас с вами будет занятие под названием «Пилатес». Нам понадобится с вами мячик вот такой вот, можно взять теннисный, можно взять специальный массажный, можно взять что-нибудь такое похожее на мячик. Или можно у собаки, да, может быть, у вашей есть для игр. Вот. И пока мячик отложим в сторону, начнем с разминки. Поставьте ноги, ширина ваших тазовых костей. Носки, колени направлены вперед. Колени слегка согните. Ягодицы сжимаем. Пупок втягиваем, ребра закрываем, собираем их друг к другу. Это значит, держим в напряжении все мышцы живота. Выравниваем в одну линию плечи, вытягиваем шею, тянемся за макушкой. Дыхание, значит, через нос, поднимаем руки, вдох и выдох. Вдох. Выдох. На каждый вдох вытягиваемся максимально в одну линию вверх. И выдох. Вдох. Поднимаемся на полупальцы. Напрягаем мышцы ног, икроножные мышцы голени. Вдох. И опускаем пятки. Выдох. Вдох и выдох. Задерживаемся, дышим, тянемся правой рукой, левой рукой вдоль головы вертикально, правой, левой. Из таза за рукой вытягиваем свое тело еще. Два повтора, заключительный раз. Опускаем мягко пятки, плечи, руки через стороны. Еще одно вытяжение. Подъем на полупальцы. И вращение плечами. Сводим лопатки. Дышим. Лопатки сводим в центр спины. Вращение вперед плечами. Назад делайте повтор. Вперед, назад, вперед. Еще 4, 3, 2. И еще один назад и оставьте так. Повороты головой. Плечи держим в одной линии, неподвижными. Движение только шеи. Меняем движение на сгибание и разгибание в шее. Дышим. Выдох, вдох, выдох. Согните шею и сделаем полукруг от плеча к плечу, по груди подбородком. Полукруг по груди подбородком. Еще 4, 3, взгляд на пол. Остановитесь в центре и позвонок за позвонком выпрямляемся в шее. Поднимите руки перед собой параллельно полу, разведите в стороны, большие пальцы направлены назад. Соберите руки, направляя большие пальцы друг к другу. Вдох и выдох. Держите мышцы ягодиц и мышцы живота в напряжении. Добавьте
скручивание в шейных и грудных позвонках. Вдох и выдох. 4 повтора. 3. 2. Остановите, разведите руки в стороны. Правую руку сгибаем за головой сверху, левую снизу. Разводим. Сгибаем. Вдох и выдох. Еще 3 повтора. 2. Заключите. Развели руки. Теперь переворачиваем правую руку полностью. Левую за ней. Чередуем правую, левую. Обе руки. 4, 3, 2. Перевернули и заводим назад. 8, 7, 6. Без раскачивания держите свое тело. 4, 3, 2. Соберите кисти рук в замок. Вдоль спины выпрямляем, поднимаем от спины. Вдох. И на выдох воды. Вдох, выдох. Разъедините руки. Разводим руки в стороны. Держим таз на месте. И делаем сгибание. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Движение происходит корпусом в грудных отделах, в грудном отделе позвоночника, в грудных позвонках. И чуть в поясничных тоже, конечно. Есть сгибание, но небольшое. Соберите руки перед собой. Поворот. Ротация. Также в грудных позвонках. Таз держим на месте. Головой поворачиваемся вместе с корпусом. Вдох, выдох. 4, 3, 2. Вдох и выдох. Разведите руки в стороны. Вытягиваемся в сторону, вдох и выдох. 4, 3, 2. Сгибание снова повторяем и добавляем скручивание. Вдох, выдох. Можно рукой обхватывать свой живот снизу. Можно вдоль бедра оставлять руку снизу. Вдох, выдох. Скручиваясь, поворачиваемся вместе с тазом и стопой. Еще 4 повтора. Еще 2. Заключительный раз. Руки вдоль корпуса. Сделайте вдох и на выдох. Позвонок за позвонком. Скручиваемся в шейных позвонках. За шейными грудными. До поясницы. Остановились. Обратно. Вдох на выдох. Грудные позвонки. Шейные. Выпрямились. Вдох. Снова выдох. Шейные скручиваем. Грудные. Вдох. На выдох обратно. Грудные и шейные. Именно позвонок за позвонком. Руки вдоль ваших ног. С выдохом обратно. Скручивание. Внимание.
на следующее скручивание добавляем поясничные позвонки, то есть roll down полный. Обратно поясничные, грудные, шейные, выпрямились, вдох. Вниз, roll down шейные, грудные, поясничные, roll up поясничные, грудные, шейные. Заключительный повтор. Выпрямились. Стопы, ширина таза, носки, колени направлены вперед, колени чуть согнуты. Мышцы живота в напряжении, ягодицы тоже в напряжении. Сгибаем корпус в тазобедренных суставах, подаем таз назад. Именно движение за тазом. Руки поставьте на тазовые косточки. Вдох и выдох. Посмотрите сбоку. Выполнение упражнения. Таз подаем назад и сохраняя за копчиком одну линию в спине. Сгибаем корпус. Все изгибы в позвоночнике сохраняем, естественные. Вдох и выдох. Остановитесь на наклоне, разгибаем правую ногу и разгибаем корпус. Подали таз назад на наклон, разогнули левую, стопу обратно и падаем. Два повтора еще осталось у нас. Заключительный раз. Отводим правую ногу в сторону. Разводим руки в этой же плоскости в сторону. Касание носком пола. Выдох и вдох. Еще 6 раз. Выдох. И вдох. 5, 4, 3, 2. Далее берем с вами мячик и прокатываем стопы. Правой стопой давим на мяч весом тела. Прям сильно давим, чтобы чувствовалось. Разными движениями вдоль стопы прокатываете, круговыми движениями, круговыми. Также давите и трете, поворачиваете вправо. Даже можно ступать, задерживаться на пару секунд. Вообще мячиком прокатку стоп лучше делать каждый день, по несколько даже раз в день. Активирует подошвенную фасцию, да, рецепторы. Очень много рецепторов на этой фасции, от которых поступают сигналы, информация в наш мозжечок. Поэтому рекомендуется прокатывать стопы. Так. Также можно ходить по какой-нибудь неровной поверхности. Например, камушки, коврики такие также продаются. Значит, левой стопой мы то же самое делаем, прокатывая вдоль стопы,
круговыми движениями. Круговыми. Давим и поворачиваем стопу. Мячик убираем в сторону. Стопы ширина вашего таза. Правая стопа полностью прижата основанием мизинца, большого пальца и пяткой к полу. Колено чуть слегка прям согнуто. Левой стопой мы делаем шаг перед стопой вперед и за стопой назад. Руки можно поставить на бедра. Опять же, мышцы живота напряжены. Следите, чтобы пальцы, большой мизинец и пятка были прижаты к полу. Упражнение способствует увеличению подвижности голеностопа, тазобедренного сустава, мобилизация, подвижность. Поменяем стопу, прижали левую, основание большого, мизинец и пятку. Шаг вперед перед стопой правой и правой стопой за левую, да, пятку назад. Дыхание продолжаем, дышим. Вообще с дыханием не задерживать. Дышать всегда спокойно, ровно. Достаточно. Стопы ширина вашего таза. Носки колени направлены вперед. Подаем таз назад, сохраняя естественные изгибы позвоночника, сгибаем корпус тазобедренных суставов, вдох и выдох, сжимая, напрягая ягодицы, вдох и выдох. Руки теперь вытянем вдоль ног, вдох и выдох, напрягаем ягодицы. Ребра закрыты, сведены. Мышцы живота напряжены. Голова, шея, грудной отдел, поясничный. Одна линия. Нос изгибами, да, естественными в позвоночнике. А следующий повтор. Остановитесь в наклоне. И разгибаем правую ногу назад. Сгибаем, ставим ее в исходное положение и разгибаем корпус. Также левый. Повторяем правой ногой, левой. Остановились, наклоне разогнули ногу. И добавим тяги, три тяги
ставим стопу в исходном положении, разгибаем корпус. Также левой разогнули. Тяга. И поворот небольшой в грудных позвонках. Три тяги такие. Повторяем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Три, два. Еще усложняю. Поднимаю ногу в баланс. Тяги. Опускаю на вторую тягу ногу, поднимаю опять и опускаю. Значит, подъем ноги, тяга. Раз, на вторую тягу опускаю ногу, на третью опять же поднимаю. Левой. Три, два, один. Три, два, один. Три тяги, две, одна. Заключительные два повтора сделаем. И налево. Три, две, одна. Ноги ширина таза, носки коленев направлены вперед. С правой ноги отведение ноги в сторону. Касание носком пола. Левой ногой отводим. И ставим в исходное положение на ширину таза стоп. Сейчас будем усложнять. Поднимите правую ногу над полом. Задержите пару секунд. Опустите в исходное положение на ширину таза. Отведите левую. Выдох, вдох. На выдох подъем отведение. Вдох. Выдох. Вдох. Руки разводим. Параллельно полу в одну линию. Следим за линией плеч. Шею слегка вытягиваем из плеч. Мышцы живота держим в напряжении, в тонусе. Пупок тянем к пояснице. Ребра закрыты. Добавляем движение сгибания. Разгибаем корпус и стопу ставим под таз. Отведение. Остановились в сгибании. Руки собираем перед грудью. Делаю поворот. Вверх, вниз, руки разводим в стороны, разгибаем корпус, опускаем стопу, выдох, вдох, собираем руки, выдох, вдох, выдох. Повторим еще по одному повтору в каждую сторону. Ноги ширина таза, носки колени направлены вперед. Поднимаем, сгибаем,
правую ногу перед собой. Руки вертикально вверх. Также перед грудью останавливаем, параллельно полу. Выдох. На вдох опускаем. Подъем. Выдох. Выдох. Остановились и добавим ротацию, сгибая локоть вдоль корпуса. Выдох, вдох, выдох, вдох. Также можно сделать здесь сразу на выдох и подъем, и поворот. Еще усложняем. Три поворота. Два. Один. Три. Два. Один. Держите таз и поясничные позвонки на месте. Повороты происходят в грудных позвонках. Выдох. Вдох, выдох, вдох. Два заключительных повтора. Три, два. Закончили. Встаем на краю мата. Носки, колени направлены вперед, ноги ширина таза, колени чуть согнуты, ягодицы напряжены, живот напряжен. Вдох, с выдохом скручиваемся, шейные позвонки, грудные, друг за другом, поясничные. Вдох, на выдох обратно, поясничные, грудные, шейные. Вдох, поворот к правой ноге, скручиваемся, шейные, грудные, поясничные. Вдох, обратное скручивание ролл-ап от поясничных. Поворот в левую сторону и скручивание ролл-даун от шейных, грудные, поясничные. Колени у нас чуть согнуты, поясничные в обратном, грудные, шейные. Вдох и по центру прямое скручивание. Ноги, если нужно, сильнее согните. Руки поставьте под ширина плеч и пошли вперед. Четыре шага, пятки приподнимаем. Три, два. Собака мордой вниз. Значит, опускаем голову между рук. Колени слегка согнуты. Выталкиваем грудной отдел позвоночника так, чтобы приблизить максимально живот и ребра свои к бедрам. За копчиком вытягиваемся в потолок. Выравниваем линию поясничную. Грудные позвонки выстраиваем, шейные, лопатки и плечи вверх тянем. Специально локти заворачиваем в голове. Пятки тянем. По возможности можно оставить согнутые слегка колени. Подышите еще 5 секунд. Голову приподнимаем, взгляд направляем вперед между рук. Выходим в планку. Живот напрягаем. Мышцы живота. Ребра закрываем. Если так тяжело, колени можно опустить на пол. И даже можно спуститься на локти. Еще легче варианты.
Ну или, допустим, на локтях остаться, колени поднять. Самое сложное – это на прямых руках и на прямых ногах. Поддержим еще 10 секунд. Колени опускаем, кто поднимал. Садимся к пяткам. Лоб опустите к полу. Расслабьтесь. 10 секунд отдых. 4, 3, 2, 1. Поднимаем голову, смотрим вперед. Снова планку повторим. Чуть ее сейчас усложним. Можно остаться в предыдущем варианте. Опять же, подержать в статике. Поднимаем колени. Ягодицы напрягли. Сгибаем колени. Квадрат. Разгибаем. Дышим. Выдох. И разгибаем. Достаточно. Сгибаем колени, опускаем на пол. Снова садимся к пяткам. 10 секунд отдых. Поднимаем голову. Отжимания. Руки стоят под плечами. Пальцы рук направлены вперед. Мышцы живота подтянули, напрягли, собрали ребра. Ягодицы сжаты. Грудью опускаемся между больших пальцев рук. Локти в стороны и чуть назад направляем. Вдох, выдох. Еще 4, 3, 2, отдых. Пяткам садимся, лоб к полу опускаем, дышим. 8 секунд еще отдых. 6. Поднимаем голову. Опускаем предплечье на пол. Правое предплечье перед левым. Значит, опять же напряжен мышцы живота, ягодицы. Поднимаем колени. Поворот в мою сторону. Выпрямляем руку, взгляд за рукой вверх. Опускаем. Поворот. Сделаем еще 6 раз. Если с прямых ног совсем тяжело, вы также можете сделать это упражнение с колена. Выпрямляете только ногу сверху. Остаетесь на колени. Еще 4. Вдох. И выдох. Достаточно. Опускаем колени. Снова потянуться. Сесть к пяткам. Лоб опустить к полу. Дышим. Поднимаем голову. Ложимся животом на пол. Вам нужно опять живот втянуть, ребра закрыть. Тазовые кости прижать к полу. Вот они, тазовые кости. Мы их прижимаем к полу. Ягодицы напрягаем. Руки выпрямляем вдоль нашей головы вперед. Вдох. Поднимаем правую руку и левую ногу. На выдох опускаем к полу. Вдох. Поднимаем правую ногу и левую руку. Вдох и выдох. Тянем носок так в полсилы у стопы. Вытягиваем. Напрягаем ягодицу.
голова, рука, спина и нога образуют одну прямую линию. Вдох и выдох. Задержите вверху. Сгибаем локоть назад и колено. Разгибаем, опускаем. Вдох. Добавляем сгибание в локтевом суставе и в коленном у ноги. Вдох, выдох. Сделаем еще 4 повтора. 3, 2. Далее подъем 2 ног сразу и 2 рук. Это вдох к полу, выдох. Вдох, выдох. Четыре повтора еще делаем. 3. Выдох к полу. Вверх. Вдох. На заключительном остаемся в верхней точке. Сгибаем правую руку, левую ногу. Меняем. Левая рука, правая нога. Выдох, вдох. Держим обе руки и ноги над полом. Четыре. 3 повтора. 2. Опускаем. Руки складываем под лоб. 5 секунд отдых. Поставьте кисти рук под плечи. Отжимания вверх. Потянули, сели к пяткам. 5 секунд. Подъем. Мы смотрим вперед. Кисти стоят под плечами. Мышцы живота в тонусе, напрягли. Ягодицы сжали. Локти сгибаем по корпусу. И вытягиваемся к пяткам. Садимся. Выход, отжимания, вдох, выдох, вдох, выдох. Садимся к пяткам, вдох, подъем на выдох. Еще 4. 3 повтора. 2. Заключительный. Поставьте руки под плечи, колени под тазобедренные суставы на ширину таза своего. Позу квадрата. Мышцы живота напряжены. Поднимаем правую руку вперед и левую ногу назад. Вдох. И опускаем в исходное положение, выдох. Поднимаем левую руку вперед и правую ногу назад. Вдох, опускаем на выдох. Стараемся держать баланс на 2 точках оставшихся. Опора на 2 точки. Распределяем равномерно. Тазовые кости держим в одной линии параллельно полу. Вдох и выдох. Поясничный отдел тоже контролируем позвоночника, чтобы без чрезмерных прогибов. Следующее упражнение. Мы разгибаем левую ногу и правой рукой пытаемся за ним поворот. Это вдох. В исходное положение выдох. Разгибаем правую ногу, за левой рукой к потолку поворот и в исходное ставим. Дыхание. Вдох и выдох. Ротация, это поворот происходит в грудном, в грудных позвонках, в грудном отделе. Держите
сильными мышцы живота. Еще два повтора. Вдох и выдох. Следующее. Левую ногу разгибаем. Правой рукой снизу по диагонали по полу скользим. Скручиваемся вниз. Правую разгибаем. Левой рукой по диагонали вдоль пола. Плечом к полу опускаетесь. Но не ложимся. Так, чуть коснулись и вернулись. Вдох. И выдох. Выдох. Два повтора остается сделать. Заключительный раз. Чередуем три упражнения. В одну линию на подъем. Этой же рукой, этой же ногой ротация вверх. И этой же рукой и ногой ротация поворот вниз. Скручивание. Меняете руку и ногу в одну линию подъем. Поворот, ротация в потолку. И наклон и скручивание к полу. Меняем сторону. Вдох, выдох. Поворот, вдох, выдох. К полу, вдох, выдох. Смена. Меняем опять же сторону. Заключительный повтор на правую и затем на левую сторону. Поменяем упражнение. Заключительный на левую. Поворот за левую руку. Наклон к полу. К пяткам садимся. Вдох. Скручиваемся. Посмотрите. Поднимаемся с пяток. Выходим в квадрат. Выпрямляем, садимся. Выдох. Вот. Сделаем еще два раза. Заключительный раз. Повернитесь боком к полу, лицом в мою сторону. Опуститесь на предплечье. Локоть ставим под плечо. Ноги скрестно, стопа та, что сверху, она стоит чуть так спереди, ноги снизу, стопы. Да? Вам нужно приподняться корпусом от руки, держать всегда расстояние, сохранять плечом, не выходить за пределы локтя. И поднимаем таз. Втягиваемся, вдох и выдох. Здесь держим. Вдох и выдох. Сложнее выпрямляем ноги. Либо остаемся на колени. Вдох и выдох. Усложняем, задерживаемся вверху. И делаем скручивание. Опускаемся. Еще три повтора. Два повтора. Заключительный раз. Встаем на колено правое.
Левую ногу выпрямляем. Ребра закрыты, мышцы живота напряжены. Руки развести в сторону. Повороты. Вдох и выдох. Таз остается на месте. Четыре повтора. Три. Два. Сгибание. Вдох и выдох. Выдох на разгибание. Вдох, сгибание, выдох, разгибание. Пальцами чуть коснулись пола, рука под плечом. Вдох, на выдох скрутились. Еще два раза. Таз держим на месте. Разогнем корпус. Также в другую сторону сгибание. Взгляд вверх, вдох. Скручиваемся грудным отделом. Выдох. Еще два. Заключительный. Меняем сторону. Опускаемся. Ноги с кресла. И ноги чуть согнуты. Стопа та, что сверху, стоит спереди, стопы снизу. Локоть под плечом, корпус поднять. На вдох поднимаем руку, таз. Можно с колена также продолжать. И выдох. Держим всегда корпус на расстоянии от руки. Вдох и выдох. Усложняем, мы выпрямляем ноги. Усложняем. Мы делаем скручивание. Еще три повтора. Остается два повтора. Заключительный. Встаем на колено левое, правую ногу выпрямляем. В одной линии колено, стопа. Руки развести в стороны, мышцы живота напряжены, ребра закрыты. Повороты. Вдох, выдох. Сгибание, вдох на сгибание, выдох, разгибание. Сгибание сделайте в левую сторону, пальцы рук опустите под плечо. Вдох, посмотрите вверх. На выдох скручиваемся, опускаем руку, выпрямляемся. Таз на месте, скручивание в грудном отделе. Выдох, выдох. Еще два. Заключительный раз. Разогнули корпус. Сгибание в правую сторону, взгляд вверх, вдох. Выдох, выдох. Еще три. Садимся.
Поставьте стопы на ширине своего таза. Прижаты пальцы ног, прижаты пятки. Носки колени направлены вперед. Вытянулись за макушкой. Напрягли мышцы живота. Мышцы тазового дна также напрягаем. Глубокие мышцы. Вдох, на выдох скручиваемся от копчика. Крестец, поясничные позвонки, грудные. Ложимся. Руки вдоль головы. Вдох, выдох. Поднимаем руки, голову, скручиваются шейные, грудные. Далее, если нужно, помогаете руками за ноги, за пол. Скручиваемся поясничными, садимся. Вытянулись за макушкой. Опять же от поясницы скрутились, ложимся. Ягодицы напряжены, мышцы малого тазового дна, мышцы живота. Вдох, выдох, вдох. Еще два повтора. Вдох, выдох. Заключительный раз. Скручивание. Roll up. Это вверх. Выдох. И roll down. Это вниз. Остаемся на спине. Лежа. Стопы ставим пятками ближе к ягодицам. Руки вдоль корпуса. Поднимаем копчик. Крестец. Поясничные позвонки друг за другом. Сжимаем ягодицы. Живот втягиваем, напрягаем. Ребра тоже закрываем. Собираем друг другу. Опускаем обратно от поясничных. Вниз. Крестец, копчик. Вдох, выдох. Вдох, опускаем. Следите, чтобы колени были в одной плоскости с носками. Распределяем равномерно нагрузку на руки, на плечи, на лопатки, слегка на голову. Задерживаемся в верхней точке. Разгибаем правую ногу вертикально вверх. Сгибаем. Разгибаем левую. Сгибаем. Опускаем. Позвонок с позвонком. Опять же поднимаем. Держим правую ногу. Смотрите, сгибаем. И колено подтянуть так вниз. Поднять вверх колено. Разогнуть ногу. Согнуть. Поменяли ногу. И колено к полу. К потолку. Вверх. Поставить стопу. Повторим. Еще один повтор. Мост плечевой. Выпрямляем правую стопу на левое бедро. Колено к полу, к потолку. Разогнуть. Поменять левый. Опускаем. Поднимаем оба колена. Руки разведены в стороны. Чуть вверх от корпуса поднимите. Вдох, выдох, на вдох. Опускаем колени в правую сторону. Головой поворачиваемся в левую. Выдох, поднимаем. Вдох, колени в левую сторону, голова вправо. Выдох, вдох и выдох. Поворот осуществляем, опять же, в грудных позвонках. Стараемся руки, плечи, лопатки держать прижатыми к полу и с дыханием. Вдох и выдох.
Заключительный. Левую. Поставьте стопы на пол. Выпрямите ноги. Вытянуться руками вдоль головы. Вдох. На выдох скручиваемся. Поднимаем руки. Голову, шейные, грудные, поясничные. Тянулись вперед. Руками тянемся над затылком и стараемся как можно дальше носков. Вдох, на выдох. Позвонок за позвонком к полу. Ягодицы напряжены. Выдох. Вдох. Выдох. И заключительный раз. Вдох. И позвонок за позвонком. Выросли вверх. Переворачиваемся на колени. Руки под плечи. Спина прямая. Поднимаем колени. Собака мордой вниз. Выталкиваем грудной отдел. Приближаем живот и ребра к бедрам. Плечи, лопатки тянем вверх. Локти к голове. Пятки тянем к полу. Подышали. Подходим к стопам. Расслабились. Вдох, на выдох скручиваемся. Позвонок за позвонком. Поясничные, грудные, шейные. До последнего смотрим вниз. Поворачиваемся. Вдох. Над правым локтем. Над левым. Вытянули. И спустились вниз. Всем большое спасибо. Всем хорошего дня.